братский, этот самый Шама. Что там, пересобираете, да? Шо, на ИП я плюсую. Можно ИП? Артипати будет или что? Нет, в этом же рейде. Да идем. На магика летим. Режим поменяй. Так, а там в инсте в людей никто не остался? Чтобы... Я. Ну вот. Пока там будут люди, будет обычка стоять. Я. Ты самый первый оттуда должен улететь. Хуяли. Потому что ты танк. Ну все, я протонул. Трупяшник. Чилить. Мне просто ИП. Я не пойду в ГМХМ. Ну, типа, я сейчас отхожу ненадолго. Пусть лучше вон роги новые полутают. Если не полутают. Кто, сразу мне скажите, кому и на что надо Т4 печать пустоты? На шамана мне надо. На мага. Где? Приоритет пойдут те, кто... Пойдут, я на 20 минут отойду. Пойдут троять Келя, Вайшу, те, кто в такие инсты пойдут. Ну вот на шамана, кстати, как зломаночка. Мне на танка надо. Норм. В спейке там люкса место. Это типа, все... ну шаману мне 20-ку дает, так что, в принципе, я могу уже... Трупешник, ты сколько на сурке даешь вообще? Трупешник, как он там одет, гляньте, кто-то? Я на профи тогда посмотрел, 7000 это не ДПС. Да, 16. Так, лог здесь пошли. Сейчас гляну шмот. Какой инст? Ты, блядь, поменяй сложность сначала. Выйдите. Мы что, обычку, что ли, идем? Нет. В льде нет, надеюсь, никого. Понял, ведь. Все, стоит. Хорошо, когда стоит. Замечательно. Точно стоит? Что-то не поменялось, походу. Или по. По-моему, не поменялось. Слава, ты что, жопой не чувствуешь, что ли? Добро пожаловать! Подземелье логово Мегеридона 25. Как Мегеридона? Охуенно. Мегеридон. Сокращенное. Ну, трупешника три профы. Хуевые камни. Несколько хуевые чарки. Почему в шее стоит камень на 40? Опа, в бисовое, я не понимаю. Так. В целом нормально. Вы мне расскажите, трупешник с Мосфиром, какие у вас знания контента, что вы там знаете, что не знаете. Мосфир, по-моему, вообще 250-й. Мосфир АФК. Его, скорее всего, сейчас рядом нет с компом. Кто там? Кто похилит Солнце Вилания или Урахель? Урахель. Че, я почилю? Ты зачем чилить? Вон танчить надо. В наших Уридерин. Кого танчить надо? Ингрен. И еще танк нужен один. Ну и Сифилис тогда. Обычку знать, это хуйня полная. Седьмая, восьмая пати, кто идет в рейд? Или что, вы все чилите? Стрелси, Птерсминок, надо вам? Так, тогда можно меня выкинуть и стелси закинуть. Ты стелси кинь, косарь, ЕП. Сейчас я тебе голду дам. Она мне закинула. По-моему, я и кидал. Еще трупешник метасокет, хуйня полная. Я не кидал. Надо поменять на... Агилу плюс... Крит. Бля, как думаете, 264-ю шею имеет смысл ставить полироль, блядь? Типа, некшет только с ссылка хэма. Это седьмая, восьмая пати надо еще кому-то в рейд? Здесь шмот какой-то, я хуй знает. Бибоносец.
Теренас или прилив хочет купить. Ты в гильдии вообще-то, я хуй знает. И боты крафтовые тоже нужны, у тебя ботинки полная хуйня. Иванша, да. Кто это, блядь, вообще? Кому-то надо уступить. Шалфир? Нет, видишь, людей не хватает. Иван ШД. А чё, ВП-хан-то ушёл или что? Чё вы? Он отошёл на 10-15 минут написал. Чё-то там чё, срочно чё надо такое, было Саша? Отойти. Сказал, если надо, заменяйте. Нет, он придёт, поможет. Всё, Миральц всё взял. Типа, мне бы просто хотя бы одну печеньку нахуй на шамана спиздить. Катану тактику знаешь, ты ГБХ? А по сути тебе можно все закинуть. Так, остальных кину пока. А нахуя там мне все, может кому-то нужнее есть, типа, ну... Этот, слышишь, Мосфир, ты тактику на ГМХ знаешь? Мне просто хотя бы одну спиздить, чтобы груда капнуть. Что-то я не видел, мне Мосфир что-то отвечал вообще, нет, я вроде спрашиваю. Не в десине, что? Схомоните, пожалуйста, а? Попью. Рыбу ставлю. 4, конечно, было бы жирно. Мон будет? Сейчас даю. Печеньку ты хочешь? Да, печеньку. Возьми со стола. Тебе... С полочки. У тебя там нихуя апнутый так. Да, да, да. Тебе 2 осталось. Ну, одну оформим. Отошел на пару минут. Ой, слышишь? Мне в шамана одну можно будет запулить? У тебя сколько апнутых? 0. Но мне нужно грудак хотя бы апнуть, чтобы кап добить. Ну, типа, я 20-ку на шамане выдаю, типа, свободно вообще. Короче, не знаю. Ну, если Мосфир что-то не отвечает. Сейчас мы в твинков. Он АФК в игре просто. Ладно, ясно, все, тогда. Давайте, прям... пошли в пизду, пошли, конечно. Ну не в пизду, в смысле, просто пошли мы его убить. Типа поняли, да, типа, ебать. Ну в пизду, да. Ясно. Да ну нахуй. Я, блядь, хочу, знаешь, я хочу видеть 4 бафа Волонира, блядь. Вот осталось что, этому Рахеле уже 3 будет. Просто что сказать, ну, блядь, хоти. Открываешь. И там такие, блядь, значки, нахуй, весь рейд в этих щитах, блядь. Просто прикинь, на лича придем, фул хп рейд, просто заражение похуй, поебать. Это мечта. Зачем, блядь, пидорасы они сделали, нахуй, такие касты? Постоянно бегаешь просто. Вообще, блядь. Страйхина. Брахель куда ухнулся или что? Или ушел? Могу вкурить что-то. Я не ушел, я на сову на пару минут. Буквально на минутку, сейчас зайду обратно. Мне на кое-что больно смотреть, я хочу это исправить. Так, кто пойдет на Келя и Вайшу, нужно будет их в первую очередь... Печати дать. Печати? Какие печати? А! Ну эти. Так, значит, говорите, надо Т4 в танке, да, апать? Да. Ну, не так подсуетили. Еще видишь, реворк одновременно с нерфом. Идеально вообще. Что в Т4 можно спокойно фул контент проносить. Лёхе тоже можно 2 закинуть.
Что там с той стороны трэша нету? Есть. Да, вроде нету. Пойду поставлю метки там. Ну, блатная корова, хули. Ты про чё? Кто на куб хочет? Okay. А, ну да. А щит с магикой никому не нужен, мужики? Нет. Какой, да, кстати, на интеллект? Ну, да, да, СПДшный. Я бы забрал бы просто на шамана. Из уламана еще одна ручка. Так у тебя у тебя палка? Так палка-то у меня хуевая. Если я еще 45-я? Так да. Тебе вон с ТТГшки нахуй. Так я считал, одна ручка с зуламана плюс этот щит дают СПД больше, чем палка с зулама с ТТГ. Ну да. Так что... Кто на трэш? Палку тоже падает. Кто с вас на трэш? Давай, я, Лингер. Так, ты на трэш. Юля 1, Сифилис 2, Хлюдрин 3. Лям. А чё это за бич, блядь? Зачарование интеллект один, нахуй. Урхель, заходишь, да? Да, кружусь. А поставите сразу почту, пожалуйста. Он славу открой, блядь, вообще, блядь. Чё? Топовая пуха, зачарование интеллект один, нахуй. Ну, только ладно. Второго нет. А поставите почту, пожалуйста, люди, добрые. Давай. А интеллект один что дает? Интеллект. Инту просто. Один IQ. Сейчас грузится, Вов. Секунду. Давайте всплеск чар потом зачарю. Че, а Герус Пулар или как? Сейчас все будет. Войд. Че? Ну, конечно. Герус Пулар? Да. Да, Спула. Угу. Сейчас бегу. А где ты на Квилла? И лагаю правильно. Я отходил. Я понял. Есть. Давайте шкаф. Шкаф. Ой, дашь по химсалю? Посмотри, пожалуйста, мне что-то игру пиздец моркали. Сальву? Ну, попробуем. Костя, Юля, вы не против, если вот мы сейчас, ну вот, зуламан на воскресенье поставим, вот, чтобы вы это самое пошли? Все, поехали. Кубы я там поставил, метки вот, на вас. Что это? Чарка нормальная. Можно на это смотреть было. Уже извини. Ой-ой-ой. А всплеск чар на такую хуйню можно наложить? Да. Можно, но... Просто навалик СПД профитнее будет. У него и так очень низкая СПД свою родную. Тем более у тебя на шуте сканирования от СПД очень сильно. Нормально для шмотки 245-го этого. Ну, не ГЭ под текущую контенцию. Тем более пока что в Т4, там очень сильно шкалирование. Давай, ну кто там по боссу? Юля, Сифилис, а ты? Казалось, а я с них не сорву, блядь, босса? Я хуй знаю. Ну не срывай. Хочешь ты первый, какая разница? Че вы там не сообразите, как поменяться? Если бы еще не лагалось. Че, 4-4 ретрики подапнулись? Ну, да. Вроде бы, да. Я не заметил. Ну, давай, я первый, Юля, вторая. Потому что мне, да, хосты нет. Сифилис третий. Ну, так, да, короче, тестить надо, да? Надо с рука. Да, бидон нажмешь, ты, Геру? Стоящего босса. Надо сейчас хули шмотки мутить, блять, опять. Ну, так, чуть-чуть там буквально шмотку. Хули, придется чешку, короче, на интеллект. Ой, на интеллект, говорю. На СПД, нахуй, братья.
Не, конечно, по 0,5 секунд на шоке с такими лагами это идеально. Забери. Стоп, но сейчас не буду бить. Забери! Мне боб кто-то дал, блядь. У меня его вон в базу не отобразился. Я не знаю, кто это был. Клинш. Войд только мог. У меня просто слишком много бафов, я не вижу его бафов. Забирай. Вспышка. Вспышка сейчас. Прожимаем. Еще один. Ромб, ромб, кто ромб жмет? Пускать. Ромб заломанный жмет, ну. Как дела, заломанный? Забери, забери. Ты, блядь, ромб. Архидемоны. Подводи. Ладно. Вы же, кстати, видели, что там дебаф, если что, вот этих от кубов увеличили очень сильно? В обычке. В обычке только? По-моему, уже Герит уже обещал. В обычке. Понял. Ай, блин. Вместо 30 секунд. Трэш заливай. 90, да. Бля, где не было бы веселее такое? Босса заберите. Вспышка. Жмем кубы. Бежим и жмем кубы. Другие, другие кубы. Треугольник, быстрее. А треугольник не жмет. Чё? Ну что, кто-то ромбик отпустил? Ромбик. Кружок, блядь, вроде не будет. Что, блядь? Бомжинах. А чё, нельзя поставить на кубиках и нажать просто, когда надо? Так ты, значит, нажал раньше? Mm-hmm. Нет, там на сколько она кидается? На 30 секунд? Ну, он типа нажал когда-то, не тогда, значит, когда надо было, если у него КД висело. Да, я в охуе. Так здесь КД же, подожди. Здесь не висит никакое. Здесь куб активируется только тогда при кастинах у Мактеридона. КД никакое в Гере не висит, оно висит. Ну, ромбик не нажал, я не знаю, типа. Зломаныч. И пока да он не прокастит, пока он не прокастит, куб вообще хрен прожмёт. Чё ты ромбик не нажал? Да, я не знаю, как ебаные кубы тут работают, я первый раз на кубах тут стоял. Он нажал и отпустил. Пизда, блядь. Я думал, тут как в обычке работают, я нажал, отпустил, все. Надо, чтобы 5 лучей надо, попали в босса, и босс... Нажались. И босс... в обычке так же заханыч. Пизду вас нахуй. Я нажал, думал, все нажались. Заебись, вайпаться охуенно. Страт не знает. Ждешь фразы, только не снова, и тогда только отпускаешь. Все, пошли нахуй. Реально, дайте мне печеньки, говорит. Ой, бля, как куб нажать. В натуре, бля, минус печенька. Хотел 2 отдать, 1 отдам. Охуй. Плюс так он куб 2 раза не нажал. Еще, бля, 0 нахуй. Минус 2. Я нажал, отпустил второй раз, блядь. Да, я вообще нахуй не знал, что это. Подержать тебе, дадут печеньку, а потом вернешь. Ок. Ты ж метку на себе видишь. Может, не печеньку даже. Я не смотрел во фреймы, бля. Я вообще в душе не ебал, что на кубе стою. Какую тебе печеньку тогда? Все, закрой рот нахуй свой. Кубы научишься жать, когда поговорим.
Вы около своих хубов примерно стоите? РДД. Здесь, блядь, от куба до куба можно достреливать примерно. Я Пасифея заменю на круге. На продуксе. Не надо было ко мне. Готовимся. 8 секунд вспышка. К кубам подходим. Прожимаем, прожимаем. Все, все. У тебя заломаныч хорош. Соси хуй. Не сдохните, главное. Подводи. Он в гере клива. Чего? Он в гере клива? Кубы, 10 секунд, готовимся. Быстрее 1% просто сносите и не будет кубов. Ну или убивайте, ну. Все, идем к звезде. Уходим. Я пиздец, ретроки жмут. Я понял. Ты понял? Что ретрики жмут? Ну ты жмот на ретрике, конечно. Yes, sorry. Виланя, а у тебя что, хостовый шмот? Еще хосты. Неплохо. Они свейдятся, босс? Ебать, дайте кто-нибудь квест быстрее шарните. Предложил. Че, забыл, что ли? Ага. Спасибо, я тоже его не взял, кстати. А я иконе, блядь, не закрыл с прошлого года. Thank you.
Че, полететь захотел? Вот тебе и щит, нахуй. Вот тебе посох. Да, вот тебе все нахуй. А ты не можешь посохи носить? Да, могу посох носить, но только мне... Да я СТГ возьму, он больше дает. Типа, просто ну, одноручка щит. Одноручка щит профит. Да, что, у меня разница между этим посохом. Хотя, ладно, стой, СПД. Да, типа, СТГ ты еще, ну, блядь, не выбил. Кому надо посох? Да. Да, СТГ он может, блядь, и три раза упасть, нахуй. Мне мешочек надо. Кому медальон надо? Черный мешок с самоцветами надо. Будешь хилить, короче. Бля, я не буду ршама делать, нихуя. Будешь. Нет, стреляй в хил. Да, вот этот мешок себе забери, блядь. Стреляй в хил. Сердолю. Стреляй в хила, не спекнуть, ебать. Запа, надеюсь, не надо никому крит-хаст. А что там за хапы? Покажи, а ну покажи, что там за запы. Да, не запы, перчатки. А, кисти рук мне. Черпятки. Черпятки. Шкарпетка, блядь. Нахуй. Блядь. Нету этого нахуй. Я так понял, вот это ТТГшные шмотки можно нахуй сейчас. Вместе с чарками. На хосту можно? На покой отправить. Ну, на хосту одну. Почему? Подожди, почему? Ну, единственное, на правосудие оставить. А, ты за ретрика? Нахуй не надо, Лёха. Берёшь один пояс, блядь, кожаный с хостой. Чаркой на хосту и все. Ну что, тебе хостовый не устраивает? Ой, блять, латный. Хосты надо. На с этого пояса ты набираешь 113 хосты. Это практически как тринка дает. Ни одна шмотка тебе столько хосты не дает. А что, чарки хуевые теперь стали на бурю там? Ну что еще там было? Классовые, ну да, ты сейчас не бьешь уже. У тебя буря сейчас нахуй вообще не всралась. Ну ты сейчас ей бьешь раз, блядь, в 30 ну, секунд. Вот у меня сколько буря там надамажило? Ну, 280к. То есть, да, на бурю можно... Сейчас самое актуальное только две чарки. Это двойная атака и хоста. Еще крит можно. Ну, крит это если Т5. Это же и не в Т5, мне кажется, можно крит. Короче, надо ТТГшку пофармить. Экзорцизм, ну, то криту, это нормально, если крит есть. А с грула не падает там никаких запов охуенных? На латника? Открой, блядь, да посмотри, чё ты вопросы задаёшь? Чё, блядь? У тебя вон в игру даже хуйня встроена. Открыл вот так. Ля, чё ты доебался до меня? Я не могу понять, нахуй, ты вообще, что ли? Ребята, а как, блядь, шрифт сменить? Да иди нахуй, блядь, понял, блядь? Я, а когда да первый раз жопу, блядь, туалетной бумагой вытер и сложил ее, потом какой стороной тереть? Не, ну не настолько же все хуево, блядь, ты вообще уже... Не, ну просто, чувак, ну камон, пиздец. Ну что, камон, ну замуть меня нахуй, заебал, ебаный рот. Ладно, блядь, как скажешь. Ну и все, нахуй, что-то доебался. Это кринжмейкер. Я лечу в тумане в каком-то, нахуй. Вчера кринж был. Че вчера был? А именно. Ну, ты ж был. А, я не помню уже. Задницу, говорит, расслабь. Не так сильно. Из себя козла сделает. Сразу сделает козла. Нет, на 5 флешбеки. Поэтому ты просто обязан их опередить. Так, кто тут у нас козёл? О, блядь, Грул ходит. Магок, сын Грула, нахуй. Я бы тоже мог вступить в новенький, без проблем. Я хочу подамажить нахуй на груле. Хотеть не вредно. Варахели может уступить кому-то, если надо.
Ну мы не бисы вообще, мы, ну, бля, бичи так-то. По факту. Кстати, ой, вынеси себе это как его в ТМВ хоть жабу, чтоб прям следить за ней нагло и четко, чтобы никто не отобрал. Похуй вообще. Ничего похуй, у тебя от нее Валик уже настакивает щит. Ну пусть настакивает. А ты дыгаешь там посохи, то два сокета стоишь, да? Это, давайте шкаф. Возьми да посмотри. Лука нет. Блять. Мне падло открывать все это смотреть, чекать. На нормальных поясах два сокета. Третий ты ставишь пряжкой. Да я не про пояс. А про что еще раз? Уже не про что. Открывать падло. Западло. Западло. Две там дыры. А что, где лок унести? Шкаф там все дела. Нет лока. Я понял. Сейчас суманю. БДК? Ну попробовать можно, наверное. Стоит тестить вообще все. Вот. На самом деле с этими реворками. Вилаш на локе, сифлис на слепоглазе. Так, есть там медведь кого-то? Че, может, трэш пока побьем? 27 голды, блять. Это Пэтфокс, давай медведя. Почти все вынести, только Лингрена сумануть. Двоих потанчишь. Ну, а там Лингрен остается этого кроша. Алло, тыкните. А, он тут. Эфир сразу диспельте с людей. Кидай пуху. Да не надо пуху. Да, давай потом. Сейчас не буду перечаривать. Надо тебе свиток дать, чтобы ты на свиток положил. Давай я тебе на СПД зачарю. СПД мне уже в Архель дал. Свиток. Я что, всплеск чар? Ну, ты говорил его, хотел. Не знаю, пригодится он, не пригодится, но надо бой какой-то долгий. И есть там еще, не помню, где-то на инту. Там 30 инты, что-то такое. Ну, вот он у меня есть. Чего мне кого? Я бы ответил, но не буду. Так, Вилаша на Локе, Сифилис на Слепоглазе, Лингрен на Кроше, на двоих от Фокс. Да, мне что-то дадешь, да? Ну, ты ж хотел. Я на Груле хотел, ну ладно. Ну, здесь начинай. Тут начнешь, да. Там закончу. Ёбаный в рот. Не переключаются шмотки тоже? Да. Надо пересохранить. Чё, переоделся? Да, это уже так быстро респектируется. Да, шмотки, блядь. Поменял-то, сука, еще и жопа, блядь.
Че, готов? Он да. Поехали, танки. 4, 3, 2, 1. Олма, пиздячим, Геру. Ебать, лак. Спалите, надеюсь. Говорит, реки бушуют. Ну, блядь. Хули, они сейчас и массовщики, нахуй, вся хуйня. Он канцелятор кое-как ворвался бы. Че там добьете, не? Массовик затеял. Пиздец. Блять, не добил? Да, ну, нет, не добили. Добили? Нет, добили. А он опять просто врубился. Ебать, я пока нахуй сейчас раскрутил минуту, свой чалить. Барабан, пол босса упало. Чалить? Ну, 20к ДПС ты дал. Да ну, блять, ну... Чё тут... чалишь, блять? Ну, он долго раскручивается, нахуй, это пиздец. Ну, так ты прикинь, блять, 5 стаков накидать. Я говорю, я пока раскрутил свою эту хуйню, у него уже 50% нахуй. Кто-то просто это, как говорится, наныл нахуй, что типа эти, блядь, шаманы нахуй ебашат жестко. Да дебилы ебаные, блядь. Ну, блядь. Ну, нет. Они жестко ебашили, без нет, это, да, ну, это было не, жестко, 34-ка, ну 5 стаков это, ну, слишком много, ну это, блин, ну сделайте ну, хотя бы 4. Эльфезные, ну, типа... которые может 2 подряд кинуть. Кеглера бейте. Я Зандалар, блядь, ебаный. Ну делай эльфобезны. Не хочу. Делай, делай. У меня голды столько нет, нахуй. Пиздец, блядь. Кринж. Ёбаный Кеглер. Побил, называется? Не нет, превращение. Постоянно, ну такая хуйня у меня. Пойду нахуй на форум писать, чтобы делали 4 стака, блядь. Нахуя так жестко урезали, да? Ну да, ну не, ну 5 стаков это реально много. Не, ну да, согласен. Типа 4 нормально. Можно даже не увеличивать. Сорвали, блядь. Пиздец, не сорвали, это баг такой, блядь. Ну Summit Fox Speed. Ты чё рёв наварил? А, забей. Ок. Ну чё там челики возле Киглера, блядь, стоят? Активированы слепо глаз вообще-то. Развернулись такие и пошли бить. Я понял, блядь. Кринж. Так, короче, я агро набил, пойду покурю. Хоть я и не курил. Бля, ты смешной. Ну, чайку налью просто. Попью чайку лучше. Опять слепо глаз. Кто-то там сдох. Нормально накрытый пропёр.
Ебаная кегля. Еще крошку бить. Хуёво. Милики не побьют. Да. Я помню, блядь, когда милик один бежит, блядь, там. А ты под полтинником подходи. Да ну нахуй. Да хуй сломает. Кеглер. Я только про него подумал. Ебать, там этот экзорцизм хуярит. Да. Но по 30к. Метан такой. Сказка. А что вы в него хуярите? Он мне еще не открыл. Да похуй, я элемя набиваю. Надо себе этого хуйца застакнуть. Какой-то милик бьет, кто сдохнуть хочет. Стелсы бомбу с рейда выноси. Так и зовут при том. Вилаша войд стелс. Я волонтер накручу. Понял, бля. Все все докручивают, я понял. На нахуй. Нихуя себе. Катала, как дела? Я говорил. Что тактику. Бьет. Тактику знаешь, да? Норм, да? Токсик, ёба. Ну я предупредил, кстати. Твой токсик? Нет, то, что убьет. Он отошел сначала, а потом, видимо, увидел, что типа другие там что-то подходят и подошел. Ну это где-то 1015-17 будет. Точно. Может больше. О. Там трупешник спрашивает. Не знаю, что там за хуйня сейчас на боссе будет. Ой, да ёбаный ОБМ, а? Пиздец. Вот. Подошел побить. Ой, это что с КПСом? Че? В смысле, что с КПСом? Или что это самый последний в рекам? Нам внутри. Два хпала, это первое. В любом случае будет меньше. Там Вархиль, потом Транквилла, потом Войт. Да. На третьем месте. Чуть душит. А хули он сидит, палку разглядывает, блядь. Нахуй хилин. Но у него другая информация там. Палку разглядывает. Ёп. Понял. Критов дохуя, конечно. Вообще нормально. Ну-ка, сколько крита? Что-то мало. А, это ближний. А сколько у тебя крита, кстати, в хпалах? 39. Неплохо.
Это на свет или чисто крита? Блять, на свет я не знаю. Ну, на свет там еще плюс 5. Чисто крит? Заебись так. Ебать, крит 55 тысяч нахуй. Надо кому-то параша какая-нибудь, это мусор. Ну, 16к в принципе неплохо. С 500-ками, блять. Что ты в Ульдуаре так не говоришь каждый раз? Кулудрынг. Ты кому? Грязь из-под окней, вот это вот надо кому-нибудь? Ульдуаре. Это какая? Пошли, пробегаем. Любая? Любая грязь. Любая грязь из-под ногтей. О, блядь, я уже и забыл, что мы пробегаем, я хотел их пиздить. Думаю, сейчас как ворвусь. Я как белый уже стак, да? Сука, фир? Ты где там, Костя? Я забить последний бегу. Мне похуй. Юля, хочешь по новой тактике поиграть? Отворачивать от рейда? Отводить. Начинает, блять, велосипед, сука, изобретать. Так же проще на самом деле, нет? Ну да, многие так делают. Ты просто АФК стоишь. Так делают, и... так делают те, где танк решает все за рейд, нахуй. Остальные, ну, IQ минус 5, нахуй. Ну так что у нас? Танки херовые, что ли? У нас IQ побольше, нахуй, побольше нуля, мне кажется, блядь. А что, милики херовые? Челики нормально танчит. А вот милики могут быть даунами. Сейчас я посмотрю, кто там в первой пати будет. Мне танчить или спекаться? Катала, ты знаешь, что такое забегать под ебало босса и ловить удар? Вот оглушающий. Костя, чек не поймем? Да, я видел. Юля, напиши, ой, ты на воскресенье Золоман сможешь? Свободно. Так, вот Фокс, руки позакрываешь. О, заебись. Ой, спекаться в ДД или нет? Не знаю. Ну, значит, на воскресенье да, только... Да, да, в ДД. На воскресенье давайте на час дня я поставлю, бо пройду с работы, пока посплю. Вообще прекрасно. Так, ладно, катала. Мэтфокса в сове оставь. Фокса в сове. У нас в рейдах хита нету. Фокса в сове. Кто руки будет закрывать? Надо руки закрывать. Давай этот самый, ну, у кого там танк есть? Кирсурия, блядь. Ну спекайся тогда, мастер, у этого, в танк руки позакрываешь. Ёб твою мать. Ладно. Так, ты так руки... чё у нас, ничего не изменилось? И я ещё руки позакрываю. Отходил. Первая, вторая пати под ебалом, на боссе и Вилаша, Рингрен второй танк, остальные в ДД. Руки я с мастером закрываю. А что там рыба есть? Сейчас ставлю. Совую лапку, пожалуйста, киньте. То есть сова. А у рук какой урон? 1020. Бешеный. Магия, я имею в виду. Сила природы. Ну, нормально. Можно вон холестойки побегать. Смотри, не сдохни. От чего? Ну переключаешь, когда перебегаешь, а потом на ледяную ставишь. 6000 разницы хп, хуй знает. Ну еще 10% урона входящего разницы так-то. Ну и умер. Талант есть. Талант? Явности, да? Я понял. Вот этот. А-а-а. Да? Ну да. И ревностная тапка. Все в порядке. Все, бля, ясно, нахуй, отстал.
Все, идите, первая пати подъебала. А, не, нет, не подъебала. Ну, короче, вы знаете, кто там. А рядом. За спиной. Говорит, а ики в нас. После огня, как босса, палиться, блядь. Я понял, блядь. Да, ну, под монастырь хотел подвести, блядь. Скажите, короче. На руках, нахуй. Все, дает что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, дайте увести, чего налетели на него. Вы чё, ёбаный свет, нахуй, сука. Так. Блять, он в рейд даёт ошеломление, а вот и адский в рейд. А что с огром? Да сорвали, что? Па-па-па-па-пам. Кто сорвал? Давайте диван. Рахиль дал диван. Это, хорошо, когда есть вставалка, блядь, это прям, ну, для старческих ушей это вообще, блядь. Автоматически, это, чтоб вставал? Ну, такая вставалка, да, то есть, ну. Ну, называется реборн, перерождение называется. А, ну да, да, да. Только я не про это. Да, я вообще не про это. Ну ладно. Кринж, блядь. Ой, пиздец. А можно, блядь, ну, кто там сорвал, нахуй, чё, ну, нахуй надо, да, или чё, или как, блядь? Мы так-то там мечтаем на робота сходить, ещё куда-то там, блядь. С такими, блядь, влажные потом, мечты. Чё, мне спекаться? Чё тебе спекаться? Ну, я хуй знает. Ну, давай, Лингрен в ДД, ты в танк, а ты на боссе и Лаша рядом. Если, блядь, такие проблемы. А кто сорвал, мне интересно, блядь? Чё? Мне кажется, это я. А чё у тебя, блядь? Я не уверен, блядь. Но мне кажется, это я. Это кто? У вас чё, напылов нет, что? Там мозгов нету, нахуй, напылы, блядь. Омана нет у тебя, Продакс? Это чё был? Голос Инвизибл? Да, Продакс сначала сорвал, кто-то из мелик. Это либо Инвизибл, либо Продакс. Мне интересно, сколько раз надо подохнуть, вот, сука, чтобы... Понять, нахуй, что ты 10 секунд лучше постой, почиль, блядь. Ну босс убьется, нахуй, и так стопудово. Это сколько раз надо падать, блядь, сдерживать 25 человек, блядь, чтобы еще выслушивать вот эту всю хуйню. Может нравится кому-то это, просто я хуй знаю. На у тебя пулы, под копиями разве? На пулы рога и хант, нахуй. Ну я уверен, они должны напуливать, блядь. Чтоб напуливали мы ровно, блядь. То можно проверить. Ну так ты им продиктуй, типа, в кого на пулы и так далее. Че, реально что? Ну, а Троги был на пул? Я сейчас не вижу. Походу нет вообще. Ну вот. Опа, ГП. Отпусти, я только вижу. Троги не вижу. Рога, ты тут? Ты давал на пул Вавилашу с пула? Да не было. Не было. Не показывает. Мгновенно на другого дал. А чё ты не давал? У тебя в привычке такого нету? Или макроса, может, нету? Было 100 таргетов у босса. А, нужно реально? Нужно столько пулить. Давай макрос ему напишите, блядь. Какой тебе макрос надо? Ты таргет по молсоверу не знаешь такой макрос? Да, просто напиши. Таргет по имени Виласа. Танка. Таргет равно Вилаше. Может, на ник, все, давайте уже быстрее. На ник. Ну, сейчас. Ник МТ не знаешь. Холдринг надо. Ладно, уже хуй забей, короче, можешь нихуя не делать. Вон холдринг потанчит. 4-5 только нормально. А так, нахуй надо думать. Кого в таргет? А, того и на пулю. Я уже понял тебя. Надеюсь, это шутишь ты. Короче, я хуй знает. Всех, ну, я не знаю, сколько ты играешь, но такую хуйню не надо писать. Лучше ничего не пиши. Да хули не бухти, ну как так-то нахуй? Батя простые, нахуй. Думаете, приходить будете одну кнопку, все, и проходиться все будет. Не бить. Ча поставит.
Да там ему похуй, он тарелку кидает, там 10 тысяч гривен, нахуй. Ну забей. Там можно нахуй на пул выкинуть, на помойку, нахуй. Поменять просто, нахуй. Под лицо пошли. 10. Слава богу, блять. Бля, нихуя не вижу, но. Он только стоит. Ай, бай тут. Чё за хуйня? Он там жопой стоит, или мне кажется? Но. Мне не кажется. Но это хуй знает, он стоит прям в нас. Вышли. Переставь босса. Блять, нихуя не. Ну понятно, не видно, блять. Ну быстрее, ну. Бля, ну сейчас будет адский после ой, этого. Ой, блять. Да ёбаный в рот. Ай, пиздец. Типа это пиздец. Ты выйти? Ты выбеги просто, блять, ближе к центру. А нахуй надо, какой уже центр надо? Так, диван и Рахель, быстро-быстро. Успел. Я просто в ахуе, блядь. Пиздец, я хуею нахуй. Сейчас будешь, короче, водить, я тебя буду учить, сейчас ты будешь водить босса, блядь. Это хуета, нахуй. А почему я не в комбате? Полная залупа. Это что такое? Так бывает. А, типа... Что? А, так ты же в диване. Ебать, я стою, приседаю, думаю, я прям зашел в Рахеле, и мне кто-то прямо в Рахеле дал диван, и я его внешне не увидел, блядь. Как называется? Как ты босса ставил? По мусору. Как ты босса ставил, что он у тебя так встал? Сразу, с первого раза, когда откидывает, что ли? 30 секунд, 30 секунд, подожди. Ясно. Его лучше сразу к стеночке подводить. Чтобы его потом не вертело нахуй туда-сюда, блядь. Там, когда он оглушающий кастует удар, ты немножко пяться там в угол куда-нибудь, чтобы он тебя не подкинул. Потому что если он тебя подкинет, он к тебе подойдет и будет такая залупа. Между боссом и углом должно быть расстояние, в котором люди должны стоять. Ставьте шкаф. Тык. Тык. Че, ребят, мы обязательно затравим Грула. А че там, какой райд будет? По идее, РС кабочка. Без чего под лицо. После этого выходим. Опять с ним что-то не так. Ёбаный в рот! Опять что ли? Да. Столько пидор. Ну, где-то под лицо надо зайти.
Ну прям во мне, пидор. Сейчас еще один адский. Хирокода в тебе. Вогл, вставайте. Вот Фокс, дрюйт инвалид, да лестишь, дрюйт инвалид, танк вил. Кто-то не встал. 15 кастует. Ну, типа, заебись, кайф, охуенно. Могу поздравить, это Кирсори. Вы чё, прикалываетесь? Я отошёл от... Я по-датски это... Обжёгся, выходим. У тебя дебаф там от руки. Наверное, под ебало не успел забежать из-за этого, адски. Адски, дурит удалит дубовку. Заходим. Потому что под жопы руки никто не закрывает. Стелси тотем, транквилла на ману. Бидон там сам потом поставишь. После этого выбегаем сразу. Так, Хульдринг будешь давать на этом массакру? На отцу? Я сдавал. Вышли, вышли все. В Рахель есть массакра? Давай массакру. Зашли. Захиливаемся. Блять, пиздец, сифилис. Как у тебя там в зеленой стойке побегал нормально? Так я даже не в курсе, что тут эта хуйня существует. Что это вот поджигается зона и меня ваншотит, блять. Я даже не в курсе, типа. Ну серьезно. Понятно. Я на этом боссе там три раза от силы был. И то всегда после этого туда... выходим. Вышли. Руки сейчас... всегда. Все это. Руки закрывайте. Тело зачем покидаете? Сейчас это на, этот, на этот адский буду я отдавать. На сокру. Готовимся прохиливать. Я забежали. Быстро под лицо. Войти. Меня откатило. Дай босса добить. Там попиздим. Так, у кого какие сейвы есть? У Рахель есть? У меня маска есть. Закрывайте руки в центре. На следующий, значит, адский в Рахель будет давать. Окей. Выходим после этого. Выбежали. Видать, еще один кастанет. Руки. Руки закройте. Готовься, Врахиль. Давай, прожимай. Под лицо. Любимся. В принципе, должны душить 10 лям. Если что, есть масса. Руки сзади, помогите сзади, быстренько кто-то, блин, конитесь. Быстрее, блядь. Ну, сейчас будешь массакру давать. Тотем ставь, бидон. Так, как-то ману порезайте, я хуй знает себе. После этого выходим. Возложение рук, знаете. Готовь сейчас на адский массакру. Руки закройте. Вот слева. Слева нет, руки не закрою. Пиздец, кринж нахуй. Что это? Ну... Ты давай массакру там, не гиб на хп, давай. Ну, 24к неплохо. Есть эта механика, конечно, интересная. Вон, стоя на кастера прикольно.
меня все равно атака ближнего боя на первом месте. Ну, у тебя хосты мало, Леха. Сейчас куда летим? Будет больше будет дотка на первом месте. Я, в принципе, не намного я ушел. 23,5 и 24,5. Так, это... Кому нужны печеньки, подходим, говорим, на что нам нужны. Подходим к звезде. Сейчас посмотрим, кому дать, кому не. Потом... Это шема моя-то без. Поэтому ушел. Ну, поэтому близко, скорее всего. Так, кто это? Так бы, может... Сифилис тебе нужны, я что ли? Я погнал дышу. А, ты ну, я же говорю, на танк. Это... Там, он Лехе тоже две надо на танк. Мне да бы не, хоть не, одну. Не надо мне пока. Будешь? Пока нет. Так, кто это? Мэтт Фокс на чёте. Мишка, блядь. Так. Чё, точно никому не надо? Нет, ну, шея, нет. Чё, вот одну печеньку можно? Президент, ну чё? Чё за прикол? Ой, мне нужно. Дробяшка вот эта, двухручка, блядь. Мне нельзя, нельзя распылить. Ага, чё, серьёзно? Да. Ну, пишет, нельзя распылить, ебать. А, чё за прикол? Двуручная пуха там. Да, да, да. Отдай ее мне, если ты там ее еще не распылил. Отходите, кому дал. Давай, кидай обмен. А я в Долоране. Понял, сейчас. Миральцы я. У тебя как вообще с онлайном? Ты одна тут капнутая. Ты играть собираешься? Я понял. Я спрашивал, ты знаешь тактику, ты сказал да. Так, ну или миральцы отдать. Две печеньки осталось, одну сены, но возьму. Миральцы или этому, кто там, или сифилису. Спасибо. Хуй знает. Точно не надо, а то распылю нахуй. Давай шею, я же говорю. Кому нужнее дать? Миральцы или сифилису? Давай шею, я сам распылю. А, блядь, идите. Че, я приду. Ладно, могу дам, пускай. Ой, я пожалуй маску заюзал. Нет, блять, отдай. Подожди, я еще... А, вот последний. Ты ж по-любому распылишь, зараза, нахуй. Нет. Да ты прикалываешь. У меня МП5 шея. Я поэтому что взял. Так, кто там на ИП есть? Ща. Ты пусть Долоран. Систер дал. Мы обычку пойдем? Да нет, Геру, наверное. Ну, вот, мне сейчас надо отойти, мне очень хуёво. Я дальше не высижу. Здоровья, братишка. Спасибо. Поправляйся. Чай, чай попей. Так, мы пошли в РС-ку, сложность стоит. В Геру идем? Да. Нет, не нужна вроде. Или обычка там, ничего не знаю. Там проход к ЦЛК вроде обычка. ЦЛК 25 опыт.